Начнем сначала. Для этого нам понадобится вообще такая вот вещь. Изначально я хотел сделать мост именно вот такой. Из вот этой вот березовой шампуры, которые продаются в Ашане, стоят, по-моему, 50 рублей или 80, ну, не суть. Имеют квадратное сечение. И в моделизме вещь абсолютно незаменимая, потому что из нее можно делать все что угодно. Но в итоге я от этого отказался. Почему? Потому что если брать фото военное с немецкими мостами, вот такими из бруса, то обычно этот мост он выдерживал танки. Мне нужен мост, который танки не выдерживает. Потому что этот мост будет идти вдоль реки, ну, вдоль танка. То есть у меня будет танк форсировать реку Тигр и будет мост, на котором будет стоять пехота, возможно, пущу мотоцикл, но не факт, потому что я немножко уже изменяю положение, основание немного уменьшил. Давайте перейдем к мосту. Вот из этих шампуров делаем основание, то есть вот буквально вырезаем два бруса. Это кусочек фанеры. На нем я расчертил по 5 миллиметров. Я думаю, что 5 миллиметров это, ну, более-менее нормально, учитывая сантиметр у нас 35 миллиметров. Делим пополам. И нормальный такой брусочек получается. Небольшой, не маленький. Танк точно не выдержит. Прочертил борозды обычным канцелярским ножом. Здесь вырезал эти же борозды тем же канцелярским ножом. И здесь сейчас буду делать то же самое по этой стороне. Здесь я еще с этим не работал. После будем добавлять перила. Перила мы уже будем делать из бамбуковых стеков. Тоже из Ашана, по-моему, не помню точно. Вот такая вот вещь. Бамбуковые стеки. 50 рублей, все удовольствие. Подходит для всего тоже. Итак, то есть здесь мы сейчас дорезаем все это. Сейчас я от прошлого видео уберу у нас чистый ковер-самолет, чтобы нам его не особо поганить. Вот, вот коврик-работяга. На нем мы будем сейчас делать всю грязную работу. Берем канцелярский нож, если я его найду во всем этом хаосе сейчас. Где-то есть-то. Вот. Берем канцелярский нож и начинаем просто прорезать борозды, выравнивать их немножко и все. Нам не надо особо там фанатично что-то вырезать, прям безумно. Нам просто нужно придать определенную фактуру, какой-то объем и все. Вот эта вот фанерка, она из набора для выжигания. То есть, когда я покупал выжигатель, там лежала эта фанерка. Я думаю, найти фанерку это не проблема. Учитывая, что в каждом хобби-центре или в каждом там магазине каком-то, даже для детей, там для детского творчества, есть специальные дощечки для выжигания. Стоят они недорого. Можно там приобрести и использовать. Потом, вот это все, я не знаю, я закрашивать, скорее всего, не буду.
Я пройду все это морилкой. Морилка под лиственницу у меня, которую я прохожу все свои основания. Сейчас я покажу примерный эффект, как это будет выглядеть. Закончил как раз одну из работ. Вот. Это вот морилка под лиственницу. Единственное, потом вот этот вот цвет я буду обдирать наждачной бумагой. Потому что ну, такой благородный цвет, он больше похож на красное дерево. Вот и все. Но может быть морилку я использовать не буду. Буду использовать смывку, опять же, которую я уважаю очень сильно. Вот эту вот вещь. АК Интерактив. Смывка дерева. Потому что вот с помощью вот этой вот смывки я делаю все. Очень хорошая вещь, очень удобная. Единственное, как мне показалось, она густеет. Ну, это, да ладно, это все можно разбавить, пользуюсь. Я все равно и не по назначению. Хотя вот с помощью этой смывки я делал смывку на тигра. Я, наверное, не буду сильно видео монтировать, как бы давно ничего не выкладывал. Есть желание поговорить о вечном, о чем-то. Вот. Но я также понимаю, что будет много людей, которые будут кричать, что видео длинное, нам надо за 2 минуты, чтобы ты все нам показал. Поэтому я думаю, если эти люди не особо обидятся на меня, можно будет просто перемотать и все. Возможно, я не обещаю, конечно. В скором времени у меня соберется ценная сумма денег на камеру. То есть, возможно, будут введены стримы, потому что сейчас это почему-то набирает популярность. На данный момент я могу стримить только что-то из игр, когда отдыхаю, сижу там. Ну, а в последнее время у меня все мое свободное время отнимала лепка, потому что это очень интересно. Это настолько затягивает. Вот. Со стримами единственная вся проблема, это вот в покупке камеры пока. Так что, возможно, в скором времени денежка соберется и будут у нас стримы. Так, основание мы в принципе оставляем в таком виде. Меня устраивает, как это выглядит на данный момент. Единственное, сейчас мы посмотрим, что у нас можно сделать по перилам. Потому что если брать бамбуковый стек, он имеет сечение. Миллиметра 3. Ну да. То есть у него диаметр 3 миллиметра. 3 миллиметра это, ну, в принципе, не сказать, что много. Так что будем делать из него. Высота. Высота перила у нас будет чуть выше пояса. Это, ну, 1,20 м, да, где-то. 4 сантиметра. Давайте сделаем 4 сантиметра. То есть нам буквально надо будет стека 2. Берем 2 стека. Берем чудо-уголок из Dixie. За сколько-то копеек. Где наш карандаш? Боевой карандаш.
и делаем вот по 4 сантиметра. Я не знаю, высверливать я, наверное, здесь не буду ничего. Хотя надо было бы, но это надо сверла, еще что-то. А я обычно собираю все на коленке. Так. Много раз, кстати, пытался с Алиэкспресса заказать что-то, но почему-то все время меня останавливала какая-то вещь. Сейчас, скорее всего, буду заказывать силиконовые кисти еще дополнительно для фигур, чтобы их разглаживать. Быть может, я не буду этого утверждать. В скором времени я перейду на лепку 35-го масштаба, и диорамы будут уже выполняться авторскими фигурами. Но пока все фэнтезийное, пока почему-то я увлекся именно фэнтезийным. Видимо, военная тематика, она немного удручает, что ли, как-то устаешь от этого. Вот перила буду делать, скорее всего, из того же шпона, из которого делаю все основания. Но, может быть, сделаю тоже из этого же стека. Но как-то будет выглядеть это все очень однообразно. Скорее всего, буду экспериментировать. Сколько нам их надо? 4 сантиметра. 4 сантиметра. Это высоко. Высота фигуры, если 5 сантиметров, это на уровне груди. На уровне груди это очень много. Давайте 3. Еще на сантиметрик сократим. Чтобы уж делать так делать. Вот, 3 сантиметра, я думаю, будет достаточно. Учитывая рост фигуры и прочее. А иначе мы бы сейчас сделали бы очень высокие перила. И они, может быть, и имели место быть. Но они бы нам абсолютно портили бы всю картину. Крепить все это будем на цианоакрилат. Больше просто не на что. Единственное, нужно выбрать способ крепления. Сделать либо здесь, к брусу, по-деревенски, либо здесь. Но я сомневаюсь, что в мостах, которые использовались в военное время, над перилами сильно изгалялись и пытались их сделать, высверлив под них отверстие. Скорее всего, они просто прибивались к краю и все. Давайте мы сделаем, которые прибивались просто к краю и все.
Потому что мост мы не будем делать новым, будем его делать стареньким, каким-нибудь замусоленным. Так как военное время не подразумевало с собой подобных вещей, там покрывать лаком подобные мосты или еще что-то, обрабатывать как-то древесину. По одной простой причине, что такой мост он все равно долго не служил. Очень часто войска перемещались, очень часто войска отступали, наступали, и такие мосты они банально забрасывались или взрывались при отступлении, дабы усложнить там проход войск. Поэтому мы не будем делать упор на том, чтобы у нас мост был и в идеальном состоянии. Нашел стек небольшого диаметра. Вот. Вот этот стек классный. То есть он в сечении где-то 1-2 мм, вот он отлично вообще подходит. Возможно, во время работы у нас цианакрилат там будет где-то отваливаться, еще что-то. Но это не страшно. Все на диораме все можно исправить всегда практически. Единственное, чего нельзя исправить, это воду. Если вы выполнили полностью все основание, тебе просто нужен семинализа и все. Если вы выполнили полностью все основание, а потом начали заливать воду, и у вас эпоксидная смола закипела, допустим, то работа испорчена. Из-за этого единожды мне задавали вопрос, когда именно надо изготавливать воду. Ну, я написал человеку, что вода заливается в самый последний момент. После того, как все основание готово. Ну, мне на это возразили, что а почему ты на одной из работ воду заливал в первую очередь. Я объяснил в тот момент, но, может быть, кто-то еще хочет об этом услышать. Есть те материалы, с которыми я уже работал. Допустим, силикон. Ну, силикон. Герметик. Если с герметиком я работал, то я уверен в том, что у меня из него вода получится. Если я работал с акриловым гелем, я уверен в том, что из акрилового геля я смогу сделать. А когда я начинаю экспериментировать, как на одной из работ, я проводил эксперимент с эпоксидной смолой. Если я экспериментирую, то воду я буду заливать в первую очередь, потому что я не хочу потом выкинуть основание из-за того, что на самом последнем этапе я залил воду и испортил работу. Именно так, именно поэтому. Единственное, потом это вызывает сложности ее защиты от пыли, грязи и прочего, пока ты выполняешь работу, ту, которую должен выполнять. Сейчас мы будем делать перила. А после этого будем делать наши основаницы. Но тут вот есть одно но. У нас основаница. Сейчас я вот так сделаю. У нас сами опоры я хотел сделать крепление на скобу. То есть, если есть крепление на угол, делается основание и две подпорки. Я хотел сделать основание на скобу. То есть, когда сам мост с опорой... Когда мост с опорой соединен скобой металлической. А зачастую это используется на вот таких вот мостах, незначительных каких-то, где смысла от подпорок, ну, нет. То есть там нет такой нагрузки, чтобы пытаться удержать это все. Но это мы еще посмотрим.
Я вспоминаю мост из детства, когда мост просто, я не знаю, строили из того, что есть, там чуть ли не из палок каких-то. И ничего, люди ходили на велосипедах, гоняли, а никто не утонул. Так, расстояние между основанием под перил. Если мы сделаем около метра, то этого, я думаю, будет достаточно. Ой, давайте сделаем 3 сантиметра. Ни туда, ни сюда. Отмерим, прям просто отмеряем точки и все. И даже не пытаемся как-то что-то миллиметровать, вымерять. Это военная фортификация какая-то, которая сегодня есть, завтра ее нет. И я не думаю, что действительно тратили на это прям такое значение. Да, танковые переправы, может быть, то, что использовалось именно в танках. Потому что там это было принципиально. Любое отклонение могло привести, точнее говоря, к тому, что на многих фотографиях есть, где танки просто валяются в реке под рухнувшим мостом. И с этой стороны делаем 3 сантиметра симметрично. И все. И приклеим цианоакрилат сейчас. Кстати, по поводу цианоакрилата, я очень много перепробовал его. Покупал и в Ашане, там еще где-то. Единственный суперклей, который вот не то что клеит, они клеят все, но есть проблема в том, что есть такая вещь, как если на суперклее написано там 5 грамм, да, я не знаю, какая там формовка, сейчас посмотрим. Написано здесь неизвестно сколько грамм, да. На коробочке надо было смотреть. Ну, по-моему, тут 5 грамм. Если тут написано 5 грамм, то здесь действительно 5 грамм. Вот я одним тюбиком пользуюсь долго. Я покупаю какой-то там супер капля, мега капля, ну, неважно. Название может быть любым. Я покупаю там, смотришь, тоже 5 грамм. Только эти 5 грамм почему-то кончаются. Вот два раза нажал, и 5 грамм вышли. И вот супер момент действительно не обманывает. За счет этого они мне и нравятся. Приклеиваем наши палочки. Особо нет смысла тут как-то прям смотреть, вымерять. А вдруг я сейчас угол тут наружу будет не 90 градусов, а 85, это не важно абсолютно. Вот представьте, вы, да, не дай бог, находитесь на в театре военных действий, да, каком-либо там, неважно. Ваша задача там перевести легкую технику через реку. Да пусть там даже через ручей, не важно, там мотоциклы. И я сомневаюсь, что вы во время строительства данной фортификации какой-то, или моста, или переправы, еще чего-то, будете пытаться ловить вот это расстояние, делать перила красивые. Нет, вы сделаете максимально быстро, из максимально... Вот у меня ровно, кстати, получилось, смотрите. Ну, почти. То есть, вот, вы будете пытаться сделать максимально быстро. Максимально быстро провести войска. И все. Взорвать этот мост и идти дальше. Ну, это так, лирика, отступление. Просто многие люди, которые вот делают диорамы, да, они пытаются на этом зацикливаться. Я не говорю сейчас про качество исполнения, еще про что-то. Я говорю про то, что
зацикливаться именно на том, чего быть по большому счету не могло, например. Но не мог быть мост идеально ровным. Не делали его идеально ровным. Поэтому мы не будем делать его идеально ровным. У нас будет кривой. Ну, малость. То есть я делаю вот на глаз, без всяких угломеров и прочего. И это не попытка оправдаться. Если мне нужен был прямой мост, я бы сидел и делал прямой мост. Вымерял бы, размерял. И самое интересное, что вы даже не заметите, по большому счету, после изготовления, что он у вас где-то немножко ушел в какую-либо сторону. Все, как мне однажды сказали, да, если вы знаете, что где-то вы накосячите, на диораме или на виньетке, неважно, то значит какой-то каким-то другим эпизодом вы должны все это оттенить настолько, чтобы на ваш косяк просто не падал взор. Вот и все. Допустим, вы отлично расписываете фигуру. Ну и делайте акцент на фигуру. То есть пусть все смотрят на то, как вы отлично расписываете фигуру, а остальное это будет так антураж. Немножко кривовато, кстати. Я имею в виду именно вот высота. Разновысотные они получились. Вот разница. Ну, это можно подрезать, кстати. Подрезать для... По одной простой... Здесь почти ровно. Подрезать для одного. Для чего? Чтобы не так сильно оно выпирало. Тут вообще прям жесть. Если это переводить в формат, это безумно много. Вот так чик. Отрезали. И тут также чик отрезали. Ну вот, две выровняли. Одну чуть-чуть. Сейчас подрежем и все, и все. Вот. Теперь мы можем спокойно сюда приклеивать. Оно вот ровное. А вот здесь сейчас проверим. И вот этот вот банальный мост, да, вот это вот банальное строение, вот это, оно будет отлично смотреться, поверьте мне, после тонировки. Сейчас мы перил забабахаем. Ну, может быть, действительно найти так какой-нибудь поменьше сечением. Тоже круглый сделать. Единственное, я боюсь, что вот этот вот стек круглого сечения, меньшего диаметра, он будет немножко как не совсем выглядеть так, как я хочу. Сейчас попробуем. Вот, есть как раз какой-то он полуразвалившийся. Ну, кстати, вот фаску снимем. И вот так вот сделаем. Отрежем. Смотрите, как делается диорама за 2 недели, да? Тут не важно, там не важно. Здесь тоже не важно. Будем надеяться, что она получится очень выразительной. Опять будет вода. Оно будет вода из эпоксидной смолы. Из обычной бокситки. Я как-то не работаю с этим прозрачными смолами. Было желание заказать, но пока я этого не сделал. Ай, оторвалась. Не знаю почему. Как-то я пока справляюсь с тем, что есть. Сейчас схватится, вам подклеивают. После того, как вот это вот схватится цианакрилат, да,
Просто его можно пролить дополнительно еще для жесткой фиксации. Это вот у нас нагрузки не выдержало. Сейчас закрепим. Сразу прям вот так. Можно сказать, да, что я немножко халатно сейчас к этому отношусь, но это не так. Я всегда пытаюсь следить за качеством и не делать халтуры. Потому что это творчество, мне это нравится. И как бы лепить горбатого — это неинтересно. Раньше в Ашане был отличный клей. Но почему-то в последнее время я его не нахожу. Может быть, у них договор закончился или там лицензия какая-то. Как это было, например, с фирмой Asics и Спортмастером. Вот, одна сторона готова. То есть, сейчас мы попробуем посмотреть, что это будет. У меня есть закрома мои. Сейчас мы тут что-нибудь найдем в закромах. Так, ищем фигуру какую-нибудь. Ну вот у нас есть зимний немец. Есть зимний советский боец. Ну вот зимний немец, вот смотрите. Допустим, да? Мы просто посмотрим. Перилина у нас вышла на уровне пояса. То есть я считаю, что это отлично. Уровень пояса, без всяких там заморочек. Получается, высота 3 сантиметра самого основания. 3 сантиметра. Плюс 5 миллиметров мы припустили сюда. И получилось у нас так, как должно быть. То есть, ну, получается по пояс. И этого должно быть вполне достаточно для высоты перил где-то. Ни много, ни мало. Изначально я, конечно, очень много, как это сказал, 4. Учитывая, что высота фигуры 5, ну, что-то я дал. Дал лишка. Вот, пожалуйста. Одна сторона у нас готова. Сейчас вторую лепим. Спуск у нас будет где-то у меня. То есть это будет часть идти над рекой. Здесь будет у нас сделан вот такой вот скат. И все. На мосту будет, скорее всего, 3 фигуры. Но я не могу пока говорить об этом со стопроцентной гарантией, потому что у меня лежит глина, с которой я могу просто начать лепить и опять все забросить, чертовой матери. Ну да ладно. Надеюсь, что этого не произойдет. Сейчас найдем второй стек какой-нибудь. Тот тоненький. Вот. Попробуем с него сейчас немножечко снять фаску. Режутся они отлично. И проблем с этим вообще абсолютно никаких нет. Особых требований к нам никто не предъявляет, какие должны быть перила, как должна быть снята фаска и прочее, вообще должна ли быть она снята. Поэтому дадим волю творчеству. Здесь побольше сейчас снимем, а то неровно будет. Вот. Отрезаем как нам надо. Можно побольше, можно поменьше, все равно это потом все будет подрезаться, подгоняться и прочее. Так, делаем у нас капельки.
Единственный минус цианоакрилат, он не выдерживает нагрузки. То есть, если вы где-то согнете, надломите, то это все сломается. Не выдерживает нагрузки. Вот как сейчас я чуть-чуть надавил на поручень, потому что у меня приклеились пальцы. Поручень отломился. Но он отломился по одной простой причине, что мы после того, как проклеили первый раз их не снизу, мы не делали укрепления. Обычно я после того, как проклеиваю первый раз, прохожу немного второй раз сразу же после высыхания. И он очень сильно укрепляет это все. Все это мелочь. Главное, не бойтесь экспериментировать и прочее. Все вот эти следы клея дерево вся прекрасно впитывает, поэтому я не думаю, что у вас где-нибудь что-нибудь останется. А если останется, это отлично грунтуется, отлично закрашивается. Можете даже не бояться по этому поводу ничего. Потому что у вас следов не останется после того, как вы будете уже делать окончательную там закраску, еще что-то. А если будете грунтовать, допустим. Кстати, может быть, я даже буду грунтовать, пока я не уверен, я не могу сказать точно. Мне нравится фактура дерева именно родная, которая есть, поэтому смывки, может быть, сделаю из акрила что-нибудь жидкого, который, ну, просто изменит цвет и все. Но здесь есть проблема, почему я боюсь проходить именно смывкой, потому что у этого дерева есть своя фактура, и это все будет заливаться туда. И может создаться эффект абсолютно немасштабности, потому что вот рисунок дерева его уже видно. Вы видите рисунок дерева? Он есть. Смывка этот рисунок не закроет, поэтому, возможно, придется все это закрашивать либо черным, либо серым грунтом. И потом уже красить деревесные оттенки. Это не страшно, я не говорю, что это там ужасно страшно, еще что-то. Просто у дерева есть своя фактура, она довольно-таки красивая. И не всегда хочется ее перекрашивать. Вот такой вот мостик, кстати, у нас получился уже. Давай. Неплохой, не хороший. Средний мостик. Я думаю, сегодня мы на этом закончим. И многие это видео не просмотрят даже и до середины. Ну да ладно. Вот. И в следующем видео мы с вами, наверное, изготовим опоры. И начнем уже устанавливать его, наверное, на основании после тонировки. Установим опоры. А мы сейчас установим эти опоры. Берем наши вот такие штуки. Это те же стеки, только уже... Ой, те же шампура березовые, только уже обрезанные. По размеру или не по размеру, не знаю. Сейчас я к основанию примерю, потому что высота тоже нам нужна определенная. Это очень много. То есть вот от этого вот размера нам надо убирать где-то сантиметра 3. Много опор у нас не будет. Две с одной стороны, две с другой стороны. Почему так? Потому что нам много их ни к чему.
у берега. И здесь одна. Три с одной стороны, две с другой. Вот, берем их. Отбираем. Меряем. Меряем. Нам нужно, чтобы высота была 4 сантиметра. Давайте 5 сделаем, не важно. 5 сантиметров. 5 сантиметров мы отмеряем. Особо как-то искать вот эти размеры тоже смысла нет, потому что там будет гипсовое основание. Где-то притопить можно, где-то еще что-то. Поэтому можно будет варьировать. Где-то подточить этот гипс. И высота абсолютно регулируется по вашему усмотрению. Сейчас я все это отпилю ножовочкой. Продолжим. Сделал я наши 5 опор. Сейчас мы их будем устанавливать. Получается, здесь у нас будет берег. То есть мы немножко сместим. И вот сюда будем приклеивать. Я надеюсь, что не получится у нас там накладки. А если получится, подточим. Не проблема. Чем очень хорош пеноплекс в виде оснований, что можно с ним вытворять все что угодно и никогда не будет никаких проблем. Потом буду добавлять сюда скобу, то есть скобяное соединение. Не знаю, насколько это, конечно, исторично, но почему-то мне хочется сделать именно его. Здесь третье, значит, вот здесь. Бывает такое, когда вот хочется сделать что-то конкретное. Подобным образом это выглядит. То есть такие вот у нас колонны, основание моста, опоры. Вспомнил слово опоры. С этой стороны будет 3, а с той стороны будет 2, потому что он идет по диагонали. Так как основание у нас сделано по всем канонам, так сказать, что нет прямых, мост будет идти по диагонали, танк будет двигаться из реки по диагонали, потому что прямая развертка — это прямой путь к тому, что вас закидают тапками, так как построение диорамы будет неверным в плане того, что это будет выглядеть очень некрасиво по причине того, что все правила диорамы строения говорят о том, что нельзя располагать прямые линии, такие как дорога, еще что-то, перпендикулярно рамке или еще чему-то там, в зависимости от того, что вы используете. Это очень сильно делает на вашей работе эффект песочницы.
То есть вроде она выглядит красиво, а эффект песочницы от того, что ну не создает она реалистичности какой-то или неэффектно смотрится. Может быть, это там придиризм, еще что-то, и многим это не важно особо. Но я пытаюсь сделать так, чтобы это было именно так, как должно быть. Я не знаю, кто определил там, как оно должно быть, но выглядит это действительно гораздо приятнее. 5 сантиметров от центра до центра. И я не буду с этим спорить, это действительно выглядит красиво. А многие еще совершают какую ошибку? Они располагают, помимо того, что у них дорога идет параллельно основанию, а я там сказал, по-моему, перпендикулярно, да, ну не важно. Дорога идет параллельно основанию. Так у них еще и сама работа утоплена в рамку. То есть она не поднимается над уровнем рамки, а она установлена именно внутрь рамки. Допустим, залит гипс внутрь рамки и выполнена работа таким образом. Это полностью убивает работу, потому что это выглядит некрасиво. И если вы решили делать с рамкой, ну это понятно, что все для новичков, таких как я. Вот, и если вы решили делать именно с рамкой, то работа должна над рамкой выступать. Она должна быть выше. Я пользуюсь в этом случае пеноплексом. Меня он выручает. То есть я делаю рамку, по рамке вырезаю пеноплекс, какой мне нужен. И уже от этого пляшу. Где-то потом обклеиваю именно шпоном, который ободрал от... забыл чего, от шкафа какого-то там на балконе столетнего, то есть я от него оторвал, и этим пользуюсь. Кстати, всем советую, если есть шкаф какой-нибудь ненужный, давайте сделаем вот эту вот опору, вот эту, немного надломленный, что ли, как-то вот, и у нас какая-нибудь некрасивая. Вот. Надломленный. Вот прям потрепанный жизнью. Пусть она у нас одна такая будет некрасивая. Она немного будет в воде еще притоплена. Будет выглядеть очень эффектно. Вот это вот экспресс моделирование, да, без каких-либо там сильных углублений в матчасть, еще куда-то, очень сильно развивает воображение. Когда ты не пытаешься работать по фото, а делаешь что-то из головы и максимально быстро, максимально просто. Максимально быстро и максимально просто у нас получился вот такой вот мостик. Вот такой. Я считаю, что результат того стоит, именно то, что получилось. Потом здесь будет такая вот вещь. И можно будет этот угол регулировать в зависимости от того, насколько над уровнем поверхности земли он будет у нас поднят. Просто я пока еще не определился с высотой берега. И поэтому... можно будет сейчас прикинуть, кстати, на основании, на этом закруглиться. Сейчас посмотрим, насколько нам надо будет выпилить. Потому что на основании
Я еще буду это все дополнительно заливать, если меня жена не выгонит из дома вместе с моими диорамами. Так, ну это все лирик. Вот. Опа-на. Вот оно. Наша основанница. Не обращайте внимания, там гипс, еще что-то. Это все очень черно еще. Это все очень недоделано. Здесь будет прижиматься, приклеиваться, подклеиваться. Вот. Здесь у нас размечено место под наш мост. То есть вот подобным образом он будет идти. Но. На данный момент опоры высоки. Соответственно, мы будем под наши опоры высверливать в гипсе вот здесь отверстие и туда его вставлять. Потом заливать еще небольшой слой гипса, чтобы выровнять вот эту поверхность именно вот здесь. Потому что здесь пока еще глубоко, и столько смолы заливать не имеет смысла, потому что вода будет мутной, коричневатой, по ней танк как бы идет, он по-любому будет со дна очень много чего поднимать. И поэтому вот на данный момент это будет выглядеть вот так, смотрите. Вот наш мостик, а вот наша композиция. Смотрите, мы сдвигаем, да? Вот. Я не знаю, что будет у нас именно здесь. Здесь может быть мотоцикл. Здесь может быть пехота. Но на данный момент мост у нас будет выглядеть вот так. Я считаю, что за сколько у нас там получилось? Минут 40, наверное. За 40 минут собрать такой мост, который после тренировки будет выглядеть отлично, это дорого стоит. Как бы, поэтому я считаю, что это видео без... Ну, может быть, я там вырежу где-то что-то, я не знаю, там с этой перпендикулярно, параллельно, неважно. Я считаю, что за 40 минут сделать вот такую вот вещь, это очень хорошо. И причем единственное, что нам нужно, это шампура, стеки и фанера, все, и цианакрилат, и ножик какой-то там цанговый. Поэтому возьмите на заметку. Ну что ж, что я могу сказать? Всем, кому видео оказалось полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на новые видео. Всем пока!